Университет, колледж, а с этого года и лицей имени Горчакова заработал в Одинцовском кампусе МГИМО. В декабре филиал провел день открытых дверей для будущих абитуриентов, где презентовали новую программу для обучения в старших классах. В чем отличие от обычной школы и сколько иностранцев будет зачислено, расскажет директор лицея МГИМО на площадке кампуса в Одинцове Роман Котов. Это интервью 360. Роман Игоревич, какое место занял лицей в образовательной программе МГИМО? Правильнее будет сказать, что лицей формируется сейчас, и место его в структуре одного из самых известных и авторитетных российских университетов еще только будет определяться. Мы очень стараемся для того, чтобы наши лицеисты получили хорошую образовательную подготовку, чтобы они достойно поступили в университеты. Мы готовим, конечно, преимущественно своих абитуриентов для поступления в МГИМО, но поскольку каждый выпускник и лицеист, так же, как и каждый школьник, проходит процедуру государственной итоговой аттестации, после ее завершения он вправе выбрать другой университет для поступления. Здесь выбор за абитуриентом и его родителями. Поэтому мы сейчас стараемся отработать как можно лучше, для того, чтобы место лицея в системе МГИМО было бы достойным. Почему именно лицей? Почему не школа или гимназия? Вот какой смысл вкладываете в это название учебного заведения? Лицей – структура современного образования. Лицеи образуются при университетах. И так родителям, я думаю, легче сориентироваться в этапах подготовки своего ребенка к поступлению в университет. Понятно, что лицей – это, скорее всего, старшее образование в 10-11 классах, может быть, в 9-8, например, лицей 15-35, если мне память не изменяет, в первой в рейтинге московских школ, он 7 класса, если мне память не изменяет. То есть лицей – это все-таки о среднем старшем образовании и подготовке к университету. А на кого рассчитано будет образование? Сейчас у нас учатся лицеисты в 10-11 классе. И они заканчивают таким образом обучение в школе, сдают ЕГЭ и могут после этого поступать в университеты. У нас обучение сейчас в социально-гуманитарном профиле. То есть у нас больше часов уделяется иностранным языкам, изучению истории, обществознания, что, наверное, совершенно естественно для международного профиля МГИМО. А какие еще есть профили в лицее и для чего они нужны в старших классах? Нам кажется, что профильное образование важно для качественной подготовки в университет, конечно. И поэтому мы заявляли социально-гуманитарный профиль. В следующем году мы планируем открыть экономический профиль с большим количеством часов по алгебре, геометрии для поступления на наш экономический факультет, на факультет международно-экономических отношений, на факультет международного бизнеса, делового администрирования. Спрос на это со стороны родителей есть, а мы, поскольку у нас нет бюджетных мест, конечно, в полной мере больше, чем кто-либо другой, ориентированы на потребности родителей. Если они проявляют интерес к тому, чтобы обучить своего ребенка дисциплинам, связанным с экономическим профилем, значит, мы такой профиль открываем для них. А что помимо школьных дисциплин, школьной программы еще лицей предоставляет ученикам? Школьная программа чрезвычайно насыщена. И если вы хотите качественно подготовить ребенка, если ваша цель не поступить в университет, а чтобы университет хотел, чтобы вы туда поступили, чтобы университет хотел вас учить, то я боюсь, что у вас очень мало времени для того, чтобы заниматься чем-то, кроме того, что предлагается в лицее. Поэтому мы берем детей на год или на 2 года интенсивной образовательной подготовки. И они должны думать только об учебе. Мы понимаем, что это невозможно, но мы их так настраиваем. Тем не менее, конечно, у нас есть все необходимые
вещи, которые сопутствуют учебной программе. Какие? Связанные с там, внеучебной деятельностью, посещением театров, музеев. Дети причем сами организуются, получается это очень неплохо, мы всячески поддерживаем в этом. Мы организуем внеучебные мероприятия, семинары по методике подготовки, по траекториям поступления в университет. Абитуриенты ваши, они откуда? Это только Москва и Одинцово или есть еще какие-то другие города? Ну, знаете, вот судя по спросу на качественное образование, абитуриенты у нас собрали со всей России. Это для нас очень отрадно. У нас почти половина набора не москвичи и не дети из Московской области. То есть это дети с самых разных российских регионов. Самый дальний из которых, как мне кажется, Челябинск. Есть у нас Сургут, если мы говорим там, о восточной части России. Ну и дальше, приближаясь к Москве, мы соберем понемножку все крупные города российские, из которых у нас есть абитуриенты. Мы этому очень рады точки зрения как бы, представительства лицея в российском образовании. Но, с другой стороны, это большая ответственность, потому что дети собираются очень разные, и их нужно всех привести к определенному стандарту, что совсем-совсем непросто. А в 2017 году какие классы будут открыты в лицее? Может быть, какие-то новые появятся? Ну, мы планируем открыть 9 и 8 класс. Мы набор туда объявляем, открываем. И будем смотреть, насколько это находит поддержку, насколько это востребовано родителями. Потому что если родителям это нужно, если это нужно детям, то мы, конечно, будем стараться, будем работать. Но здесь, поскольку мы структура коммерческая, все, конечно, определится спросом со стороны наших, в кавычках, акционеров, то есть наших родителей. А почему обучение в лицее платное? Ну, это такой комплексный вопрос. С одной стороны, у нас нет бюджетных средств здесь, в филиале в принципе нет бюджетных средств. Структура очень большая, современная, и поддерживать ее средствами только государственного бюджета, мне кажется, было бы сложно. И с учетом тех условий, которые у нас здесь созданы, инфраструктурных условий, которые, в общем, наверное, все-таки на втором месте, а на первом месте наши кадры, наши учителя, которые частично это преподаватели МГИМО, частично это одни из лучших, я думаю, учителей в стране, кто у нас сегодня работает. И мы с вами понимаем, что эти люди не должны стоить дешево. А что все-таки важнее, это родители, чтобы хотели, чтобы ребенок учился? Или вот без желания ребенка его там не получится ничего. Если мы видим, что да, родители там палкой загнали, сказали, будешь учиться, а мы видим, что у него мотивации внутри нет, мы не возьмем, потому что он не сможет. И потом встанет вопрос, а как бы зачем столько денег на ветер выброшено? И мы будем краснеть перед родителями. А расскажите вообще, какой порядок поступления и где родители, где школьники могут посмотреть, какие для этого необходимы документы и какой вообще порядок приема? Порядок поступления из всех структур МГИМО у нас самый простой. Нужно подать документы и пройти тестирование. У нас сейчас междисциплинарный экзамен по русскому, математике и иностранному языку. И основное, наша задача на экзамене не отсеять, как в бюджетных вариантах, а наоборот посмотреть, с какой точки мы стартуем. А информация вся стандартна, как все в нашем мире, на сайте. Можно один точка МГИМО.ру, наш сайт. Там есть вся информация о поступлении. Мы начинаем прием документов в этом году с марта. В мае проведем тестирование. Я думаю, что уже там в июле войдем в новый учебный год для нас. Роман Игоревич, спасибо за интересную беседу. Эти и другие выпуски интервью есть в нашей группе ВКонтакте и на сайте 360tv.ru. Далее все самое интересное. Оставайтесь с нами.